Здравствуйте, друзья! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о тех проектах, о которых мы будем слышать в самом ближайшем будущем. Сегодня мы снова будем говорить о Strike Coin, о платформе Dimensions Network, о их дорожной карте. Глядя на то, как работает команда, создается впечатление о том, что это те люди, которые знают, куда идут и действительно уверены в своем абсолютном успехе. Все их шаги выверены и надежно спланированы, разбиты на фазы и учтена вся четкая последовательность этих шагов. Уже готова демо-версия продукта. Она была запущена 18 октября 2017 года. Как мы видим, все шаги по работе с демо-версией платформы пройдены и выполнены. Во второй фазе это альфа-версия платформы, выход альфа-версии платформы запланирован на январь 2018 года. В ходе выполнения сейчас находится разработка торговой площадки, дополнительное улучшение производительности. Также выполняются все уровни торговых позиций. Учетные записи пользователей, балансы, запись заказа и те функции, которыми мы будем пользоваться, работая на этой платформе. Также уже есть из второй фазы выполненные позиции, это в веб-интерфейсе базы данных, учетные записи пользователей, уже введена двухфакторная аутентификация, естественно, очень важный момент в вопросах безопасности. Также настройки пользовательского администрирования, разработка их уже завершена. В целом, вторая фаза проходит активно свою реализацию и в самом ближайшем времени она будет завершена и реализована. Также в третьем этапе, и это будет январь 2018 года, будет выпущена бета-версия проекта, то есть уже можно будет на ней работать. Это будет и кошельки, и торговые сборы, и безопасность, консультации, суппорт, все это будет протестировано и запущено в работу. В четвертой фазе ограниченный публичный запуск. Также он будет произведен в январе 2018 года. Это говорит о том, что действительно продукт уже находится в высокой-высокой степени готовности и остались незначительные доработки, прежде чем мы увидим его в полной его силе и работе. Далее идет запланировано развитие общества, развитие клиентской базы. В общем-то, это маркетинг. То есть это уже не относится к технической реализации платформы, это уже идет, в общем-то, реклама, что, естественно, важно, и разработчики также к этой теме подходят с очень большой ответственностью, как мы видим. В планах действительно публикации во всех передовых новостных ресурсах и разработка видео, образовательных видео, курсов онлайн-обучения, публикации технической литературы о том, как работать начинающим трейдером. Поэтому действительно, проект очень в скором времени станет популярным. Пожалуйста, предлагаю обратить внимание еще раз на этот проект Dimensions Network. Это очень интересная, будет уже совсем скоро торговая площадка с новым функционалом, с теми вещами, которые и также с теми инструментами, которыми мы привыкли пользоваться, они будут реализованы очень хорошо и интересно, используя блокчейн, смарт-контракты. И это говорит о надежности этой платформы. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!